Вот уже 6 лет подряд в Ленинском городском округе проходит выставка картин преподавателей художественных отделений детских школ искусств муниципалитета. В этом году творческие работы педагогов украшают стены ДШИ поселка Развилка. Но основная часть произведений, представленных на экспозиции, принадлежит видновским живописцам. У меня 3 работы. Работы выполнены в смешанной технике, гуашь и пастель масляная. В этом году я представила график. До этого я выставляла классические работы в маслом. Вот в этом году мне захотелось графику свою показать. Мне тема близка портрета, вот, поэтому моя работа – это портрет моего сына. Вот, он юный хоккеист, им, в общем, я захотела его изобразить так, как вот, как я его часто вижу. Юлия Остроумова, постоянная участница выставки, для очередной экспозиции выбрала несколько своих картин, выполненных в разных художественных стилях и техниках. У меня на выставке представлено больше 7 работ. Они сделаны в различных техниках исполнения. То есть у меня все технические приемы, все, что я вот умею, все, что интересно мне, я все применяю в своей творческой жизни, в деятельности. А вот Юлия Королева выставляет свои работы на вернисаже впервые, так как совсем недавно присоединилась к коллективу Видновской школы искусств. Для создания своих пейзажей художник сменила кисти на стальной инструмент – мастихин. Что-то похожее на шпатель, наверное, художественная лопаточка разных форм, вот, которые мы берем и пастозно наносим живопись на холст, создавая вот эти объемные фактурные формы. Особенно познавательная экспозиция для учащихся. Им всегда интересно посмотреть на работы своего наставника. Выставка «Музыка души» в Развилковской школе искусств продлится до 6 марта. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.